Новый год не за горами, и рязанцы уже начинают готовиться к празднику. В магазинах можно увидеть покупателей, в отделах подарков, новогодние атрибутики, фейерверков и, конечно же, возле продуктовых полок. Продавцы предостерегают, что нескоропортящимися продуктами лучше запастись впрок, дабы не стоять в очередях в последние минуты перед боем курантов. Мы решили проверить, во сколько среднестатистическому рязанцу обойдется, ну скажем так, бюджетный новогодний стол. В нашу корзину мы положили шампанское детское, 109 рублей, нарезочка колбасы, 84 рубля, килограмм мандарин, они нам обошлись 119 рублей, баночка икры, лососевая, зернистая, в классической баночке, она обошла в 228 рублей. И какой же новогодний стол без селедки под шубой? Он нам обошелся 87 рублей. Посмотрим, сколько получилось в общей сложности 627 рублей. По информации Росстата, дороже всего россиянам обойдется икра лососевых. Стоимость этого деликатеса составляет в среднем около 3000 рублей за килограмм. Чуть дешевле для семейного бюджета станут соленые и копченые лакомства из рыбы. За килограмм таких продуктов придется заплатить порядка 1320 рублей. Замыкает тройку дорогостоящих продуктов к новогоднему столу коньяк. В среднем цена за литр этого алкогольного напитка отечественного производства составляет 1260 рублей. Впрочем, не до шика. В этом году многие рязанцы планируют отметить Новый год без излишеств. К новогоднему столу где-то 1500. Потому что я одна живу. 1500. Шампанское, конфеты, фрукты. Вот такой икра, баночка икры. А так обновляю, каждый Новый год обновляю елочные игрушки. Что-то оригинальное хочется купить. Да все как традиционно. Оливье, мандарины, шампанское. Ничего такого необычного в этом году пока не планируем. Ну да, стол обязательно накрывать. А что там будет? Ну там много чего будет, салаты, алкоголь. В новогоднюю потребительскую корзину от Росстата по традиции входит 23 наименования продуктов. Это копчености, соленья, бакалейные продукты, курица, говядина, сладости, также сок, вода, шампанское и коньяк. Именно на эти продукты самый большой спрос перед праздником. В Федеральной службе статистики рассказали, что стоимость праздничного застолья в сравнении с Новым годом 2015 в 2016 вырастет на 28%. Каждый россиянин потратит на продукты в среднем 5790 рублей.